Никола, вот сюжет, достойный кисти художника. А ты знаешь, Никола, в армии просится художник Верещагин. Отличный художник-баталист, Ваше Величество. Перехваливаете. Вот он такой картины не нарисует. А всяких там солдатишек, портянки может. Может, может. Он в Туркестане был, рисовал, и недурно. Пусть едет. Да, кстати, а как насчет Скобелева? Ведь мы его переводим из Туркестана. А куда бы его? Он командовал армией, Ваше Величество. Случайно, случайно. Но отличился там в Азии. Молод, храбр, но ордена-то свои он должен еще заслужить. А то Скобелев, Скобелев. К тому же, надо учитывать и международную обстановку. Не правда ведь, Александр Михайлович? Ведь Скобелев там, в Туркестане, захватил несколько английских офицеров. Ну, они там помогали, что ли, против нас. Скобелев обошелся с ними очень грубо. Очень грубо. Ведь вы знаете, Англия очень обижена. Надо куда-нибудь его понезаметнее. Куда прикажете, Ваше Величество? Может быть, в болгарское ополчение? Нет, нет. В болгарское ополчение Милютин предлагает генерала Столетова. Ведь он знает восточные языки. Он вообще с навыками, генерал. И с большой культурой. Хорошо. Столетова к болгарам. Болгар, конечно, надо использовать. Но только как вспомогательные части. В Болгарии очень силен дух национального сопротивления, Ваше Величество. И мы могли бы создать хорошую болгарскую армию из добровольцев. 2-3 дивизии. А эти дивизии используют болгарские революционеры. Не забывайте самого главного. Мы должны принести болгарам свободу от турок, а не революцию. Ну, Николя, с Богом, береги себя. Береги его, не покойчивский.